Под звуки марша прощания славянки Юрий Алексеев с сокурсниками отрабатывают строевой шаг, чтобы все было четко и слажено. У Юрия уже большой опыт за плечами. Для него этот парад четвертый, а потому именно ему доверили почетную обязанность быть знаменосцем. Ну, я с 14 лет занимаюсь в военно-патриотическом клубе, поэтому у меня как большой опыт, поэтому доверили. Большая ответственность нести знамя военной кафедры, показывать, как бы, насколько мы достойны своего звания курсанта военной кафедры. Даже на репетиции полное внимание к мелочам. Команды слушают внимательно и очень старательно их выполняют. Ведь за ними наблюдает командующий парадом, генерал-майор Александр Протченко. Я сегодня прибыл здесь в качестве как командующий парадом, познакомиться с людьми, сориентировать на наши дальнейшие действия. Вот, и чтобы провести достойно парад памяти и передать, так сказать, наш опыт будущим. Историю нельзя бросать. Курсанты военной кафедры будут маршировать среди 54 расчетов по 48 солдат. А всего 7 ноября по площади Куйбышева пройдет 35 тысяч человек. Андрей Горгуленко, Василий Колдашов. События.